Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Александр. И сегодня мы с вами будем говорить о настоящем премиуме, об одном из топовых решений от компании Maxicosi в категории 0. Категория 0 – это с рождения приблизительно до года. Нужно возить вот такой вот автолюльки ребенка. Почему премиум? Да потому что у Maxicosi в принципе нет плохих позиций в ассортименте, но у них есть более такой дешевый сегмент, который, я бы не сказал его массовый, да, Maxicosi вообще в принципе не дешевая компания, потому что очень хорошая, но в своем модельном ряду у них есть более низкие цены, которые такие средние по рынку. Но Pebble 360, которую мы с вами сегодня рассматриваем именно в комплекте с базой Isofix, ее можно купить и без базы, но тогда весь смысл покупки именно этой люльки теряется. Берите ее только исключительно базой, и с базой Isofix, и буду показывать я ее сегодня только с базой. Что касается безопасности, друзья, здесь очень хорошие краш-тесты, очень высокий уровень безопасности, поэтому по безопасности здесь можно вообще вопрос не поднимать. Супер хорошая безопасность с увеличенной боковой защитой, с их фирменной там G-Seal системой, специальными вкладышами. В общем, все хорошо с безопасностью, просто можно на этом поставить точку. Кстати, что касается комфорта, когда вот первый раз я увидел эту люльку, начал ее щупать, я вам скажу так, друзья, давайте я ее к вам поверну. Это все-таки 360 градусов, можно поворачивать. Здесь просто невероятные ткани, они очень приятные, особенно вот эти вот вкладыши, их очень приятно трогать. Материалы прям вот топовые. Лучше материалы трудно найти. Есть что-то похожее у других дорогих компаний, но они как минимум не хуже, чем у остальных. Ткани здесь просто шикарные, великолепные. Их можно, кстати, снять, постирать до 30 градусов, но главное до 30, чтобы вы потом смогли одеть обратно. Я хочу немножечко акцентировать внимание ваше на внутренностях именно этой люльки, потому что Pebble, я сам катал детей в Pebble, только вот не в 360 версии, тогда их еще просто не было на рынке. У них супер крутые вкладыши. И вкладыш здесь не просто подушечки, это с жестким каркасом. Вкладыш, он мягкий, в смысле, это тоже подушечка, но здесь внедрены жесткие пластины, которые тоже при боковом ДТП демпфируют энергию удара, гасят ее. Поэтому вот этот вкладыш здесь не просто так. Это дополнительный слой защиты для ребенка и плюс правильная жесткая фиксация ребенка. Ну, не жесткая, грубо сказано, правильная и эффективная фиксация ребенка, потому что нельзя, чтобы ребенок было много, у него пространства по бокам, он должен быть максимально так вот прижат, мягенько, аккуратненько, нежно. Вот, и соответственно вкладыши здесь очень удобные, и как и в предыдущем Pebble, и в этом посадка ребенка здесь можно назвать ее практически эталонной. Плавный переход из утробы матери, здесь вот все четко соблюдено, все хорошо. По мере роста ребенка вот эти вкладыши, они отсюда демонтируются, и у нас появляется вагон дополнительного места. Когда уже не влазим, мы это отсюда вынимаем. И плюс ко всему, когда мы убрали вкладыши, остается еще дополнительно подголовник, который регулируется у нас по высоте. В общем, с внутренней начинкой здесь просто все, ну, на высочайшем уровне. На самом деле, мало кто предлагает что-то лучшее. Это одно из лучших решений на сегодняшний день на рынке. И я буду хвалить, потому что это действительно так. И даже учитывая цену, она стоит около там 24 на текущий момент. Ссылка внизу в описании. Проверьте цену на тот момент, когда вы будете смотреть обзор. Актуальную цену там увидите. Но я когда еще и цену узнал, я думал, она как минимум будет стоить, ну, за тридцатку. Вот просто 100%. Даже еще больше. Но это недорого для такого уровня автокресла. База тоже, друзья, не дешевое удовольствие, ссылка внизу опять же будет, но вот этот вот комплект нам и дает ту самую эффективную защиту ребенка. Ребенок в первый год жизни, он самый хрупкий, он очень хрупкий. Создание в этот период, ему нужно дать максимальный уровень защиты. Вы лучше в начале жизни, многие
так не делают на самом деле. Я, поверьте, уже миллион этих родителей повидал здесь в магазине. И рассуждают все немножечко вот как-то вот зачем, всего лишь на год. Но этот год, он самый такой важный для ребенка. Как раз хрящи, кости, все формируется у ребенка, он крепчает. И его нужно защитить первый год максимально сильно. Вы лучше сэкономьте чуть-чуть потом на кресле, чем в первый год. Поэтому люльку берите всегда самую хорошую, если есть такая материальная возможность. Какой она и является на самом деле. Еще хочу, кстати, заметить максикози люльки. Они, наверное, одни из самых распространенных. Покупки к коляскам их покупают. И для этого здесь есть все. Нужное крепление, хороший козырек. И вы сможете на улице, даже в солнечную погоду, немножечко так прогуляться. В общем, все хорошо. Для переноски у нас здесь есть такая вот, соответственно, ручка для транспортировки. Хочу также обратить ваше внимание на каркас. Здесь каркас полностью вентилируемый. И для теплых регионов, да и пускай для Питера даже с этим несчастным летом. Правда, в прошлом году было хорошее. Посмотрим, что будет в этом. И очень актуально, когда плюс к хорошей ткани еще и вентилируемый каркас. Воздух у нас, получается, гуляет, и ребенок меньше преет. Поэтому здесь все продумали, все сделали хорошо. Не думайте, что мне там кто-то занес там за этот обзор, еще что-то. Это просто действительно хорошая люлька, которую я вот очень рекомендую, пройдя путь с двумя детьми тоже в Пиболе. Но только не на 360 градусов, которая крутится. Мне очень нравятся эти люлечки. Я считаю их одним из лучших вариантов. Вот видите, все это поворачивается, очень удобно. Вот, база Isofix у нас, ну это просто база Isofix с возможностью разворота, крепим на Isofix, упор в пол, в принципе зеленую индикацию увидели, можно ехать, здесь ничего сложного, особо много и не расскажешь, это платформа, на которую мы ставим кресло, вот видите, пришли в машину, поставили, защелкнули и можно ехать. Очень простая установка. И когда вы пользуетесь люлькой вместе с базой, вы исключаете возможность установить люльку в автомобиль неправильно. Ремнем это такие танцы с бубном, там что-то надо делать, протягивать, натягивать. Это не очень удобно, но можно. Можно, сразу говорю, можно ездить, в принципе, если вы привыкнете. И базу, если нет возможности купить, можно, и также она будет также прекрасной и без базы. Но вся ее фишка вот в этой в развороте и в удобстве в эксплуатации, да, будет дороже, но это топчик на самом деле, это крутое решение. Вот, собственно, и все, что я хотел вам рассказать. Я очень рекомендую обратить на эту люльку внимание, потому что это прям действительно мне близка эта вообще компания, люльки. Я их очень ценю, уважаю за то, что они делают вот такие реально прекрасные люлечки. Вот. А вам рекомендую обратить на нее внимание. Если в обзоре вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Это очень помогает каналу развиваться. И ссылка внизу на эту люльку, на Мир Автокресел с базой в описании. Переходите, покупайте. Ну а вам хочу пожелать сделать грамотный, хороший выбор люлечки для вашего ребенка. И удачи на дорогах. Пока.